что решение в правительстве принимается коллегиальным голосованием большинства. Большинство является представителями, технократами, лучшими специалистами, которые передал блок Петра Порошенко. Если блок считает, что они не готовы, неправильно, вы можете их отозвать. Айвераса, например, мы не будем голосовать за его отставку. Он поднял серьезную проблему. И вот это голосование, которое мы сегодня видим, показывает, что вы что-то не договариваете, уважаемые коллеги. Георгий. Ведь процесс очень простой. Ведь парламент, даже перезагрузка, не занимается полоимкой злочинцев, преступников и сад в тюрьме. Это занимается правоохранительный орган. Но что произойдет, и это надо называть вещи своими именами. Сегодня курс доллара еле дышит наладом. Мы можем выстоять только и благодаря поставке к нам дополнительной валюты. Это кредиты МВФ. И нам четкий дал сигнал европейское сообщество. G7. Говорят, МВФ, ребята, если вы создадите политический коллапс, Георгий, если давайте, вы читаете, вас не будет. МВФ дал четкий сигнал. Боритесь с коррупцией, сажайте взяточек. А не держите Яценюка в премьер. Давайте называть вещи. Вот называйте